Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Снимаем свой сюжет из Перми, из дома, где я живу. Вот. Мне товарищ отдал такую вот коптилочку. Раньше он занимался свиньями, коптил в ней сало. Отдал мне вот в таком положении. Дверца была так вот. И все, не закрывалось, не открывалось. Я ему, ну, говорит, отпилишь, приваришь новые петли, сделаешь, в общем. Я говорю, попробую отмочить. Он, я, говорит, сомневаюсь. Ну, попробуй, если хочешь. В результате получилось. Отмочил одинолом вот таким вот. Спрей одинолом. Дорогой, правда, но хороший. У нас на работе тоже такой же используют. Отмочил. Почти полный баллончик туда были. Но все-таки работает. Надо смазать еще ацетилом каким-нибудь, что ли. Все, сейчас покажу, как там изнутри. Изнутри вот. Вот так вот. Там крышечка. Она ниже отпускается. Подзастряла, надо все почистить хорошо. Там прутики, которые ложатся вот сюда, на которые весится уже сало. И вот те крючочки, на которые весится сало. Вот такая крючка. В будущем будем коптить, продавать. Будем думать, что будет вкусно. Сказали еще рецепт вкусного сала. Так что... До скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока.